122 скульптуры велосипедов власти Нью-Йорка разместили по городу с целью вдохновить его жителей на ведение здорового образа жизни и пользование экологически чистыми средствами передвижения. Работы выставки «Las Bicicletas» 82-летнего Гильберто Овесеса Наварро расставлены на набережных и вдоль 16-километровой велодорожки между Манхэттеном и Бруклином. «Нам не нужны выхлопные газы и шумовое загрязнение от машин», — говорит художник. «Эти скульптуры напомнят людям, что можно передвигаться и на велосипеде, и создать новый, лучший ритм жизни». На счету этого художника более 200 выставок в Мексике, Японии и США. «Las Bicicletas» он впервые показал в Мехико в 2008 году. Тогда выставка вызвала большой интерес у публики и заставила правительство создать дополнительные веломаршруты. В Нью-Йорке скульптуры слегка изменились. Из-за штормовой угрозы их сделали тяжелее и толще. Каждый экспонат весит до полутонны и достигает почти 2,5 метра в высоту. Но эффект организаторы надеются получить тот же, что в Мехико. «Это все ради повышения популярности велосипедов, ради того, чтобы люди жили более здоровой жизнью, были более активны, исследовали велосипедные маршруты в Нью-Йорке, Бруклине и на Манхэттене», — говорит директор городского департамента транспорта. По ее словам, это крупнейшая выставка одного художника на открытом воздухе в Нью-Йорке. Отсюда инсталляция отправится в Чикаго в следующем году и в Данию в 2016 году.